Всем привет. Жаркий день в Грацу, в Штирии. 31 градус показывает градусник. Я собираюсь подняться к руинам замка. Как же он называется? Гёссер? Нет. Гёснунг. Поднимемся, увидим. Уже, в принципе, 4-5 часов вечера. Нет, 5-6 уже вечера. Не, или 5 вечера. 5 вечера. О, уже должно потихоньку снижаться температура воздуха. Небольшую часть пути я уже прошел. Там сзади деревня. Гёснунг. Как-то так. И вот теперь идем по дороге. Вон она, тропинка тянется там. Будем подниматься. Ну, в принципе, я хочу сказать. Жара не так сильно ощущается, как в городе. Здесь 31, в принципе, терпимо. Мне кажется, по ощущениям, как в Москве 25. Вот так вот. Подъемы, конечно, это не мой конек. О, но без них никуда. А пока что мы видим небольшой вид, открывшийся по дороге. Не спеша будем подниматься. Торопиться некуда. Посмотрим, какой там вид будет. И все. И обратно. Продолжаем идти через лес. Вокруг кто-то там шуршит в листве. Птички-синички летают всякие разные. И посмотрите, это похоже на виноградники, да? Да, скорее всего, виноградники. Потому что Австрия славится своим вином, как Германия пивом. Это Австрия вино. Тут есть вот справа про то, что пчелок надо беречь, потому что пчелы вымирают по всему миру, не только в Европе. А пчелы — это важная, кстати, составляющая. Без пчел мы никуда. Или это не вино? Мне кажется, это вино все-таки. Ох, не знаю, мне кажется, будет нелегко все это. Давно не ходил по горам. Ну, это не город, это холм. Но давно я это все равно не делал. Среди лесов. А мы почти пришли, кстати. Метров. Наверное, метров 100 осталось. Тут будет какая-то аллея. Вот, указатель. Аллея, еще что-то. О, солнце прям сюда. Холлепа. Какая-то аллея. Посмотрим по картам, куда она ведет. Ага, так. Хулера Капелле. Ладно. Вау. Как... Там внизу автобан какой-то. А вон и наш замок. Гёстинг. Сейчас скажу, еще по карте даже покажу. Гёстинг. О, видно? Короче, Гёстинг называется эта штука вся. Там будет какой-то вид, мне кажется. Вот по этому пути. Сейчас ходим. На удивление быстро добрался я пешком. Думал, буду страдать часами. Нормально. По ощущениям, минут 20 поднимался. Главное, все это в тени. А значит, не под солнцем, что радует, как обычно. Красивые деревья очень огромные. Сколько они здесь росли?
произошел конфуз, я пошел не туда. И такое случается. Кто застрахован? Никто? Ладно, пойдем обратно. И вновь мы на развилке. И на сей раз мы поворачиваем в правильное направление. Я так думаю. Ну, вроде да. Слышен звук машин, потому что там внизу проходит большой автобан. Так. Ого. Вот это да. Так. И что, нам сюда, что ли, идти? Ну, давайте, попробуем. Ого. Так. Осторожно. Все очень... О, открывается уже прикольный вид на холмы. Сам замок, кстати, здесь уже видно побольше. Штирия. Замок Грац. Туда пойду. Это, по-моему, самый высокий. А, вот тропинка. О, там еще туда тоже есть. Самый высокий, по-моему, камень. Это здесь. Ну-ка, ну-ка. О, нихера себе. О-хо-хо, ребята. Вот это вид. Стоило того. Фу. Блин. Охренеть. Еще туда можно зайти. Пошли. Вот такая панорама открывается на Штирию. Вау! Это речка Мура течет. Какой-то там автобан. Железная дорога вон. Вот это вот. Домики. Замок, на который мы тоже поднимемся. Ау, красота! Красота, да и только. Сейчас надо осторожно спуститься. Так, так, так. Оба. Оп. Фу. Вот сейчас пойдем на дальний камень. Но я думаю, это место... Вау, класс! Вот это просто шикарно. Здесь можно укрыться от солнца. Укрыться от солнца, посидеть, полежать чуть-чуть даже. Отдохнуть. Прийти в себя. Блин, здорово-то как, а? Не знаю, правда, дорога там дальше есть. Пройти, пройдем мы туда или нет. Но место шикарное.
Сейчас обходим скалу с другой стороны. Вот здесь мы торчали буквально пару минут назад. Но есть еще другой путь. Слева. Так, сейчас хочется дождичка. Вот трактор приехал. О, дождичка. Так, что у нас тут? Вот он, вид. Ого, блин. А так не скажешь, что поднимался на такую высоту. Вау. Хо-хо-хо. Там еще сзади есть площадка. Пойдем тоже туда. Не, вид, конечно, шикарный. Неповторимый. Там по речке плывут на байдарках люди. Можно наблюдать отсюда просто часами. За всем происходящим. В Штирии. Стоит какой-то крест. Еще с кого-то. Фух. Жара, конечно, конкретная. Ну что, пойдем туда, в замок вот в этот. Мемориал в честь кого-то. Флориан, чего-то там написано. Наверх уж не буду забираться. В такое пекло там делать нечего. Пойду просто в замок. Укроюсь в тени замка. И хлебну. Red Bull Cola. Уже сквозь листву виднеются стены замка. Не спеша, незаметной, неприметной тропой поднимаемся туда. Я подустал, естественно. Сейчас. Просто гляньте. Просто гляньте на это лицо. Ну, 30 градусов жары. Я, в принципе, не очень-то переношу такую температуру. А тут еще подъем вверх. О, прям глаза бьет. А, окажется, вход где-то. Впереди сейчас будет вход. Такой облом. Закрыт. Ну хотя бы что-то посмотрим сегодня. Холера капеля.